Вторые торги подтвердили, желающих выкупить предприятие «Красная Заря» нет. В понедельник состоялось собрание кредиторов фабрики, на котором сотрудник налоговой, специалист агропромторга, конкурсный управляющий и представитель коллектива «Красной Зари» решали, как быть дальше. Напомним, долги по зарплате перед сотрудниками составляют 24 миллиона рублей. На помощь коллективу пришел залоговый кредитор «Сбербанк». После вторых торгов специалисты обещали взять предприятие на свой баланс. 20% активов будет использовано для выплаты части долгов. Поскольку наши работники, они в первой части выплат, то, соответственно, по заверению конкурсного управляющего, в конце декабря, как он надеется, уже будет, если не поступят деньги, то уже будет ясно, какая сумма будет возвращена, и будет уже составляться график по выплатам.